Жизнь удалась, и я представляю вам сегодня приемник National, компания National, известная японская компания. Вот, это магнитола, однокассетная магнитола, у которой есть радио и кассетник. Вот. Теперь я модель ее, вот она написана, вы можете прочесть. National RX-FS21. Вот, это микрофон здесь есть. Здесь есть наушники, все работает. Значит, регулятор громкости. Значит, уровень высоких и низких. И кнопочки все хромированные. Значит, здесь есть регулятор. Вот он, регулятор. Регулятор. Переключатель с кассетника на радио. Переключатель с моно на стерео. Значит, FM режим. Да. Переключатель FM. Ну, SV1, SV2 короткие. Вот, регулятор тюнера. Это, пожалуйста. Значит, сеточка. Это диапазоны на передней части, лицевой части. Выставлены с окошечком. На мониторе. Вторая сеточка. Ну и теперь мы послушаем музыку, композицию. Композицию. Можно погромче сделать. Левая колонка, правая колонка. Ну, баланс такой. Ай. Не, наоборот. Повыше, пониже. Вроде так, да. Вот, в режиме стерео 2. Сейчас вот у нас поставлю. Вот она мотает в одну сторону, оп, в другую сторону. Так, а что она закончилась уже, так. Ну и в общем вот она вот так играет. Так, еще раз нажмем. Так, а если на другую сторону нам посмотреть? Вот так вот посмотрим сейчас на другую сторону. Вот здесь повеселее. Послушаем радио. FM у нас уже стоит. Вот радио сюда, переключатель. Вот он, переключатель радио. Вот лампочка FM горит у нас в стерео. Да? Теперь я покручу. Ретро FM, Москва, 88.3. Да.
очень длинная у него антенна. Антенна метр. Нужно подумать, что куда. Вот здесь регулировка точной постройки. Все хиты нам по пути. Ну, в общем, вот такой вот короткий ролик. А, вот песня еще хорошая тоже. Немножко послушаем. Вот посмотрим на магнитофончик. Этот магнитофончик продается, вы можете его купить недорого. Или просто напишите мне отзывы, как он вам понравился, не понравился. Какого мнения об этой модели? Все, я думаю, что на этом наш ролик можно закончить. Значит, антенну мы сейчас вот уберем. Значит, наш ролик заканчивается. Так. Я вам его покажу сзади. Вот он сзади. Плохо видно, наверное, не плохо фокусируется. Так, вот он. Поймал фокус. Вот, его поймал фокус. Ну, в общем, вот он такой вот сзади. И у него маленький батарейный отсек. Вот он, значит, батарейный отсек. Значит, вот он в таком вот состоянии. Чистенько. Можно закрыть. Можно закрыть. Так, и на этом наш ролик считаю закончено. Спасибо за внимание. Спасибо.